Ребята, всем привет! Сегодня решили мы выйти по грибочки. На дворе август, 21 число. Посмотрим, что у нас в лесу, чем он нас порадует сегодня. Вот, припарковали велики мы. Покажи, пожалуйста, велосипеды. И сейчас пойдем на тихую охоту. И, кстати, ребятки, не успели мы припарковать велосипеды, как вот таких два красавчика тут. Вот, смотрите. Вот это да, вот это радость от леса, вот это подарочек лесной. Вот он еще один красавчик. Ножки упругие, хорошие. Сейчас будем смотреть еще. Вот я почистил ножки. Ну вот. Все хорошо, не червивый. Отличные грибочки. Ну так, начало есть, ребятки. Пойдем дальше смотреть. Еще нашел красавчика такого лесного. Но он действительно красавчик. Вот это да. Вот это грибок. Давайте посмотрим. Вот это да. Смотрите, ребята, красотища. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте видосик. Так, вот еще один грибочек с тоненькой ножкой, правда. Вот он. Что это за гриб такой интересный? Вроде съедобный. Да, съедобный. Сейчас посмотрим, если потемнеет это место, где надавил. Значит, съедобный. Еще можно его проверить вот так вот. Сейчас проверим. Отрежу. Ножка, в принципе, хорошая. И вот так лизнуть. Если горечи нету, то он съедобный. Вот. Но есть горечь? Нету горечи. Съедобный? Да. Да. Да, съедобный. Отлично. Берем его в свою копилку. Так, ребята, вот еще один красавчик сидит. Вот он, белый. Смотрим. Да, белый гриб. Немножко упругая, но все равно нужно проверить на червивость. Кормушку сделали лесники для лосей. Ребята, смотрите, вот какой красавчик сидит тут. Один-одинешенький. Вот он. Ох, красавец. Иди сюда. Вот он. Вот такой вот. Грибочек белый. Гниловатый. Шляпку можно, наверное, забрать. Давай посмотрим. В общем, вот такой вот. Чуть-чуть староватый. Но можно забрать. А вот еще гриб. Старый.
старый совсем. Какая поляна тут. Но грибов на ней ни одного не вижу. Вон какой-то сидит. Но это не то, что мне нужно. Надо осмотреться здесь. Вот такой вот тут мох. Вот такие вот тут грибы. Что это за грибы, не знаю. Их тут много. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что это за грибы. Ну, они какие-то несъедобные. Вот еще один. Наверное, несъедобные. Не знаю. Вот красивое местечко такое. Надо посмотреть здесь грибочки. Может быть, все-таки тут найду. Что-то какое-то затишье. Поначалу сразу шли, а сейчас ни одного. Вот сыроежка. Красивая. Так, белый. Ну, староватый немного. Да, староватый. Надо обрезать, посмотреть. Вот немного черники нашел. Она уже отошла, что ли? Что-то маловато ее. Ну, не очень сладкая тут она. Кстати, ребят, что-то в этом году ни одного комара в лесу. Обычно в это время их очень много. Не знаю, с чем это связано. Вот, может быть, это с аномальной жарой. Но... зато лосиные мухи очень много. Какая поляна красивая. Вот это да. Красотища. Вот это да. Так, сейчас посмотрим, нормальный он или нет. Такой вот гриб староватый что-то. Да, гнилой, ножка гнилая, вернее, не гнилая, а поеденная. Внутри тоже. Да. Старый. Да, спасибочки. Вот я, смотри, большой лопух такой нашел, но он старый. А вот тут вот рядом еще один сидит. Тоже красивенький, маленький. Вот он. Оп. Иди ко мне, красавчик. Вот такой вот красотульк. Так, прикопаем лунку и пойдем следующий брать. Вот еще один красавчик. Оп.
хороший, ножка плотненькая. Кстати, ребят, очень много червивых грибов. С виду красивые, а внутри червивые. Но это хороший. Вот. Староватый, конечно же. О, ребята, смотрите, что я еще заметил. Вот он, красавчик. Ну, вообще шикарненький грибочек. Смотри, какой гриб. Где? О, да. Интересно. Красавчик. Красавчик, как ты думаешь? Да, не да, гнилой? Да. Ой, смотри, он реально такой, прям аж мощный. Вытягивай его. Ага. Можешь покрутить чуть-чуть. О, блин, нет, он гнилой, посмотри. Ну, обрежем, посмотрим. Надо обрезать, глянуть, но так с виду ничего. С виду ничего, но вот тут вот я вижу уже точечки. Да, ножка. Точно гнилая. Угу. Шляпка хорошая будет. Так, шляпку посмотрим. Она чуть-чуть гниловато. Нет, тут гнилая. А вот эта сторона. Вот такой кусочек остался. Да. Угу. Жалко, да. Конечно. Ну ладно. Вот еще сидит. Но он не молоденький уже, давнишний гриб, но плотный, обалдеть. Так, какой корень у него. Надо разрезать, посмотреть. Да, трухлявый чуть-чуть. Поеденный немного. Mm. Да, ребят, он съеденный червями. Но он старый, что и следовало ожидать от этого. Угу. Так вот кинем. Да, сюда, везде кинем. Жалко. Ну ладно. Ребята, а вот это что за гриб? Не подскажете? Напишите в комментариях, пожалуйста. Съедобный, несъедобный. Вот такое вот интересное место получилось. Сосна почти упала. Вот, поднялись корни. И вот такое вот убежище. Для зверей. Как нора, как будто. Ребята, вот тут падают желуди. Вот они. Здесь дуб растет. Посреди леса. Да, это неожиданно. Ага. Единственный, да? Ну я там мелкий видел дубок. Росток рос. Вот, так что тут тоже есть желуди. Вот такое вот место. Болото бывшее, что ли, или торфяники это. Вид прикольный. Ну да, под ногами чувствуется, что есть вода. Здесь так вот корни повырывало. Кстати, лосиная муха на меня нападает прям капитально. Надо уходить отсюда. О, столько бы белых росло бы, было бы вообще замечательно. Такая кисло-сладкая. Ну, кушать можно. Вперед.
Ребята, вот смотрите, какой тут огромный муравейник. Обалдеть. Вот он. Прям здоровый. Почти с мой рост. А у меня рост 1,78 м. Горячий чаёк. Вкусно. Сосна скрипит, да? Как будто кто-то разговаривает. Ребята, вот еще нашел гриб. Вот. Красавчик. Так. Длинный такой. Ну, вроде хороший. Сейчас посмотрим. Тоже червивый. Червивый немного. Почти ничего не осталось от него. Вот и все. Ребята, вот еще один грибок. Вот он. Сейчас обойду его. Так. Красавчик. На, красавчик. Вот он. Вот он. Посмотрите на него. Какой он симпатичный. Ножечка толстая, обалденная и плотная. Вот еще один трофейчик. Ну, посмотрите, что я вижу. Вот, красотуля стоит. Вот этот, ай, камера, стоять. Сейчас мы его заберем. Такой вот гриб. Ой, а вон там еще два сидят. Вон они. Сейчас мы до них доберемся. Раз. О, молоденькие прям. Два. Ну вот у этого ножка трухлявенькая. Да. Он старенький. Вот этот хороший. Ой, ребята, я еще вижу. Давайте посмотрим. Вот он. Красавчик. И вон еще стоит красавчик. Вот таких вот два гриба. Вот они. Все красавцы. Сегодня мой сбор. Вот такой. Думал, будет слабенько, но вроде ничего, сейчас пошло. Вот такой вот у меня сегодня улов грибной. Худо-бедно, да на жарешечку с картошечкой хватит. Ой, да вы посмотрите, ребят. Меня этот лес сегодня радует. Вот еще один дружок. Пойдем к нам. О, вот это вот прям бомба. Вот это бомба. Слушайте, как он звучит. Красавчик. Вы посмотрите еще сюда. Вот это малыш. Вот он хорошенький какой. Идем к нам.
в копилочку. Вот он, замечательный грибочек. Ребята, вот еще один красавчик. Вот он какой хорошенький. Да тут все хорошенькие они. Конечно, и плохие попадаются. 50% хороших. Вот такая вот грибалка в августе. Вот такая вот красотища. О, а тут еще один сидит. Ух ты ж. Малыш. Хороший тоже. И вот еще нашел. Ох, сегодня поперло. Как обычно, как уходить, так прет грибалочка. Вот он. Внимание. Еще один клиент. Вот он. Карапуз какой хороший, а? Взгляните только на него. Так, мне сообщили, что там три гриба нашли. Надо их заснять. Бежим. Бежим туда, где грибы. Чё, где грибочки? Так, вот первый. Так, так, так. Ох ты, а я его и не заметил. Ты молодец. Так, это раз. Сейчас я его возьму. Вот он, красавец тоже. Обалдеть. Ну-ка, где у нас второй? Второй и третий. Вот второй, ух ты, третий. Ух ты, ух ты. Ну красота, ты молодец, да? Да, красота. Красота. Оп. Ох, не хочет вырываться. О, какая нога длинная у него. Так, и третий грибочек. Оп. Два красавца. Ого, ребята. Смотрим. Спрятался тут красавчик. Так. Вот это да. Красотулик. Хорошенький. Оба-на. Еще рядом сидит. Красотулик. Вот это да. Смотрите только, как он сидит красиво. Оп. Какой пухляж замечательный. Ребята, ставим лайки. Подписываемся на канал. Впереди еще много интересного будет у меня. У меня не только грибалка, разные походы. И еще я плюс строю землянку. Можете перейти на канал и посмотреть. Ребята, вот единственный подберезовик за сегодня. Вот он, молоденький. Ой-ой-ой, какой сидит. Никто его не нашел тут. Но я, конечно же, его нашел. Красавчик. Опа. Вот он. Вот, ребята, смотрим. В общем, ребятки, набрали мы столько грибов сегодня. Сначала было пусто, а потом стало густо. В общем, мы грибалочкой довольны. Возвращаемся сейчас домой. Сейчас наш транспорт отцепим и вперед. Не забываем подписаться на канал, поставить лайкосик обязательно моему видео. Ну и всем удачи, всем пока, ребят. We'll be right back.